Всем привет! Сегодня эпохальный день, потому что это самый первый день, когда я буду холостить с новым ружьем и с новым поясом. Кто не знает, я всегда заряжался с слабой руки, вот таким вот путем. Но в новый сезон я хочу попробовать войти с зарядкой правой рукой. Я не могу сказать, что это прям мне вот было нужно, но попытка не пытка. Многие топовые стрелки на нее перешли, надо попробовать и понять, чем она лучше, чем она хуже, применять ее или нет, потому что до следующего чемпионата мира еще 3 года, и временные эксперименты хоть отбавляй. Собственно, вы сейчас будете лицезреть самую первую скидку с этого ружья и самую первую зарядку этого ружья с пояса под правую руку. Это специально для того, чтобы понять, с чего мы будем стартовать. Естественно, это будет, скорее всего, феерия, но я буду стараться холостить, ну и где-то, наверное, к Новому году выложу следующее видео, ну, с прогрессом, скажем, месячным, да, месяц холощения, такого рода зарядка. И вот буду выкладывать со временем, наверное, просто видео на тему, как идет прогресс. Собственно, на этом фоне вы можете все абсолютно наблюдать, как любой человек абсолютно, который до этого не заряжался вообще, может прогрессировать в зарядке. Я думаю, что это будет показательный пример, потому что для меня зарядка этой рукой абсолютно непривычна, то есть можно сказать, что я буду учиться заряжаться с нуля. Поехали! О, Господи! Ну, как-то так. Сейчас разрядимся, еще посмотрим, что там есть. Разрядка прошла успешно. Продолжим. Ну, как-то так. Будем смотреть, как это будет происходить дальше.